Құрметті Төреға Мырза, қадірлі досым, Қазақстанға мемлекеттік сапармен келуге шақыруымды қабыл алғаныңыз үшін өзіңізге зор ризашылымды білдіремін. Бұл пандемиядан кейін сіздің шетелге алғашқы сапарыңыз, сондықтан осы сапар тарихи мағынға ие. Мен мұны жоғары деңгейдегі өзара сенім мен ынтымақтастықтың көрінісі деп бағалаймын. Биылғы 5 ақпанда 24-ші қысқы олимпиада ойындарының ашылу салтанатына қатысқанымды білесіз. Сол кезде Бейжіңде өткен кездесуімізді ықыласпен еске аламын. Биыл Қазақстан мен Қытай арасында дипломатиялық қатынас орнағанына 30 жыл толды. Сіздің сапарыңыз осы мерейлі белеске тұспа-тұс келіп отыр. Қысқа мерзім ішінде біз тұрақты мемлекет аралық қатынас орнаттық. Құрметті төраға, сіз Қазақстан экономикасын дамытуға және біздің халықаралық бастамаларымызға ұдайы қолдау көрсетіп келесіз. Сол үшін өзіңізге зор алғыс айтамын. Заявленная в ходе моего государственного визита в Пекин в сентябре 2019 года вечное всестороннее стратегическое партнерство вышло на заданную траекторию. Принимаемые нами сегодня совместное заявление – яркое тому свидетельство. В этом документе мы подтверждаем нацеленность на дальнейшее развитие двустороннего диалога, открывая новое золотое 30-летие отношений. Эта задача особенно актуальна в условиях невиданной после окончания холодной войны эскалации международной напряженности. По этой причине ваш визит имеет абсолютно актуальное значение и крайне важен. В то же время хорошо известна старая истина. Любой кризис порождает не только проблемы, но и новые возможности. Поэтому мы стремимся наполнить наше сотрудничество новым содержанием. А сейчас, господин председатель, еще раз я благодарю вас за ваш визит. Вы наш дорогой гость, вы хороший друг Казахстана, поэтому с большим удовольствием я хотел бы дать вам слово. Спасибо, уважаемый господин президент, за теплые слова в связи с моим визитом. Очень рад вас в очередной раз видеть после нашей встречи в рамках Пекинской зимней олимпиады. С большим удовольствием спустя 5 лет вновь посещаю прекрасный Казахстан. Казахстан стал первой страной для моего зарубежного визита с начала вспышки коронавирусной инфекции, что показывает высокий уровень и особый характер китайско-казахстанских отношений, а также нашу с вами личную глубокую дружбу. Казахстан является крупной державой в Центральной Азии и влиятельной страной на Евразийском континенте. В вашей стране уверенно продвигается строительство нового Казахстана. Во всех сферах запущен процесс реформ. Без всякого сомнения, под вашим руководством народ Казахстана достигнет новых успехов в деле государственного строительства и национального возрождения. Еще раз хотел бы вас заверить, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности. Твердо поддерживать проводимые вами, господин президент, реформы по обеспечению стабильности и развития. Категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела вашей страны. Китай был и остается доверительным другом и надежным партнером Казахстана. С момента установления этих отношений
Китайско-казахстанские отношения достойно пройдя испытания на прочность, постоянно наполняются новым содержанием, развиваются по восходящей и дают солидные плоды. Наши страны стали авангардом взаимодействия по целому ряду направлений. Мы одними из первых урегулировали пограничные вопросы, превратив общую границу протяженностью в 1780 километров в узы дружбы между народами. Мы построили первые трансграничные газонефтепроводы на благо народов наших двух стран. Мы одними из первых начали развивать международное сотрудничество в сфере индустриализации, подав пример сотрудничества в рамках одного пояса и одного пути. Мы вывели двусторонние отношения на уровень вечного всестороннего стратегического партнерства, которое не имеет аналогов китайской дипломатии, добившись их прорывного развития. Сегодня китайско-казахстанские отношения вышли на новый исторический старт. Наши народы возлагают большую надежду на всестороннее углубление сотрудничества. Исходя из общего будущего наших народов, мы готовы вместе с казахстанскими партнерами прилагать усилия к созданию общего будущего, характеризующегося вековой дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью.